А я смотрю слева, ты, не ты. А я встал, здорово. Чтобы кто не трогал. Ну что, поехали потиху на вокзал. Тихонько, на Тихонького. Можно участки такие стрёмные попробовать, ну, несколько раз прикатать. Ну а так, не парься. Ты ну тоже? А, нет, я без, быстрее будет. Ну что, Виталь, мы в дизеле, да? Да. Кони загружены. У нас сегодня легкая разведка, правильно? Вы этот ролик увидите уже после наших сорев, по факту после видосов. С Виталиком едем просто в маленькую разведку посмотреть просто маршрут. Тут были дожди, пески есть. Хотим посмотреть, что да как. В общем, разведка. Да, всем приятного просмотра, кто сейчас кушает, пьет. О, а мы едем. Потом он же назад поедет, наверное. Да. Как закоптил, закоптил. Дизелек. Получается, задний толкает. Но. Здорово, Димон! Привет, привет! Уже все готово. У кого-то свадьба, наверное, сегодня. Видишь, палатка регистрационная стоит уже вон. Желтая там. Ну что, вот старт наш завтра. Вот здесь мы будем, Виталь, завтра с тобой ловить адреналинчик. Ну что, поехали или как? Ну, что время терять? Нам сейчас по прямой. Ну ты, у тебя трек, наверное, открыт, да? Ой, не открыт, подожди, стоп. Открой. Ну, открыли. Едем, едем. Спуск налево будет. Там лужа большая. О, налило ее. Как тут проехать? А вот не знаю, как лучше, наверное. Она по центру должна быть нормальная. Придется ехать, блин. Ну да, что делать. Завтра тут будет жопа. А? Завтра, говорю, тут будет жопа на спуске. Здесь надо топить на все бабки будет. Вот такой здесь рельефчик будет. Раньше лучше было, кстати, здесь. Это все лесовозы, Виталик. Это все лесовозики. Где ты там? Где лужа? Ага. Капец, не въехал. Да. А луж таких раньше не было, это все лесовозы. Раньше было здесь нормально, когда я еще давно ездил. Двадцаточка, да? Двадцатка будет веселая. Больше китов.
Веселуха, да? А? Говорю, веселуха, да? Ну, везде залетает. Вот здесь скорость можно будет. Дождик налимонил тут, да? Не, здесь наоборот будет, да. Так же, как и на 50 и на 100. Торф там, я вообще не представляю, что творится. Там будет, наверное, вообще жопа. Не проехать. А я здесь постоянно, короче, гонял после работы. Не, я же говорю, раньше можно было до лесовозов, а сейчас да, сейчас тут да, надо аккуратно на технику где-то можно объехать. Хорошо разбили тут вообще дорожку-то. Ого, тут подбили, Виталик. О, надо было обходить там. Слышишь, нельзя здесь ехать. Надо вот здесь. Надо а. По той стороне. Да. Здесь не за... Давай. Ага, проезжать надо здесь, как ехали, смотри. Но заезжать сразу сюда. То есть, вот. А где сворачивать лучше? Тут. Вот здесь? Да, вот тут. Вот так вот сюда уходить надо. Вот так вот. Потому что здесь такое место, да, ну хитрое. Там еще объехать надо успеть будет. Да, бля. Либо сюда надо как-то уходить, вот так вот, наискосок. По прямой сюда залетать. Я же говорю, техничные участки такие, то есть надо троху и баником дернуть где-то тут. Может где-нибудь бревном сгладить как-нибудь? Сколько я тебе говорил, да, вот, вот, вот сюда, да. И мы едем дальше. Куда он? Там должен быть объезд справа. Заезжай туда. Нормально. Сейчас все, по прямой погнали. Что-то где-то скребет. Ну попало что-то. А тут особо ты не проедешь. Да. Ненадолго. Не там будет подъемчик потом, кстати. Справа. Справа. Ого, ни хрена себе справа я стал. Меня засосало. Надо слева обходить. А там яма? Нормально все. У нас трейлы похуже, ты знаешь. Ну да, здесь есть. Ты там ботинки не утопил? Нормально вроде. Надо направо уходить сразу. То есть надо отсюда вот даже. Отсюда вот где-то. Отсюда, во. Притопил. И ух, блядь. Палку убирать. Лягушки. Во, вот здесь заходить.
Ну нормально, можно проехать. Мягко, можно нормально. А вот где поехать? Ну только как? Все нормально, Виталик. Сейчас направо. Направо. Да, не зря мы закаточку сделали сегодня. Что немножко место поменялось. Здесь должно быть справа объезд по-любому. Да. Притопить. Слева. Тоже слева. Там сейчас будет спуск и лужа большая. Здесь будет спуск и лужа большая. Увидишь сейчас. Здесь как разогнаться хорошенько можно. Но лужа там даст впереди затормозить. Надо будет справа объезжать. Тоже между деревьев. Здесь спуск хороший. Да. Завтра будет виден сюрприз. Вот, видишь лужу? Ага. Справа бежим. Тоже вон троху накатали, потому что я накатывал здесь. Но здесь на скорости можно пролететь, слышишь? Да. Нормально. Яма, аккуратно. Чтоб нас... Не. Может тыкнуться резко. Ну, нормально. Все нормально. Сейчас по времени посмотрим, да. Не, круг давай лучше один все-таки. А? Давай круг один. Мы с тобой сейчас и так медленно едем. Ну да. Ну. А второй круг пожить будем, чтоб на дизель успеть. Сейчас спокойно проедем. Посмотрим, короче. Ченька. Вот она. Я справа объезжал. Поехали справа. Объезжай. Нормально. Да, нормально. Спокойно. Она объезжабельная. Сколько места я слышу? Да просто. Еще деревце. Какой-то коряга такая. О. Клещи, клещи, клещи. Можно было чуть выше. Здесь где-то участок вроде будет. Ага. Здесь был заезд, заезда нет. Да. Видишь, здесь был заездик такой раньше. Его выбили троху. Выбили троху, заезд. Ну здесь проще, да, проскочил и погнал. Да. Здесь нам повезло, прибило песок. Нет. Поехали. Скоро будет развилка, уходим налево. Перекресток. Я вижу, на карте. О! Ага. По
Ну, по левой лучше, да. Вот там стрелка большая зеленая. Да. Там обычно песок, но тут нам повезло. Там жесткий песок. Завтра реально можно штаны одеть. Штаны и джерси, да? А? Говорю, завтра можно штаны и джерси одеть. Да. Но здесь нормально, еще тебе скажу. Было похуже. Тоже наваливать можно. Дико. Здесь лодочная станция справа. Вот. Сколько там времени? 17.11. 17.11. Друзья, вот контент пошел. Ветер. Капец, блин. В общем, мы перекусываем, проехали кружок. Да, Виталь? На легеньком проехали, да? Ну да, так на расслабоне, можно сказать. Без ускорения особо, так, без ничего. Проехали чисто по лайту, сейчас он перекусимся, он, да. И обратно домой на дизель. Погода хорошая, но ветер, вон, байки падают. А вот такие волны, смотри. Волны вообще, вон. Так что так, спасибо, ребят, всем, что были с нами. Все, всех обняли? Приподняли, да, Виталь?